Ангарские подростки нашлись в Иркутске. Их опознала местная жительница и сообщила правоохранительные органы. Напомним, 15-летняя Кристина и 17-летний Кирилл ушли практически одновременно из дома 16 марта. Они пришли в наш дом, хотели снять жилье. Я вижу, что дети молоденькие. Попросила паспорта, посмотрела, Ангарск. Расспросила про родителей. Они, значит, ну, соответственно, там сказки мне рассказали. Когда я их завела домой, они разделись, а я их посадила кушать. Я сразу поняла, что они убежали. Вызвали полицию, все, что я сделала. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют мотивы самовольного ухода юных ангарчан.